Pride of Lowell, Massachusetts, Irish Mickey Wall. Это боец, чья трилогия с Артура Гатти потрясла весь боксерский мир. Участник трех боев года подряд и один из самых ярких боксеров 21 века по прозвищу «Ирландец». Джордж Майкл Микки Уорд-младший родился 4 октября 1965 года в городе Лоуэлл, штат Массачусетс. Мальчик рос в бедном районе. Наркотики, алкоголь, драки, убийства для него были повседневностью. Отец, Микки Уорд-старший, имел несколько судимостей за торговлю наркотиками, частенько попадал за решетку и не принимал участия в воспитании детей. Единственным примером для юного Уорда был его старший сводный брат, Дики Эклунд. Он был одним из самых успешных боксеров штата Массачусетс. В профессиональном боксе Дик запомнился поединком против молодого Рэя Леонарда, когда он уступил ему решением судей. Примечательно, что Дик ни разу не проигрывал досрочно, а его менеджером была мама двух братьев Элис Уорд. Именно старший брат привел 7-летнего Микки в боксерский зал. Результаты не заставили себя долго ждать. Уорд трижды победил на престижном турнире «Золотые перчатки» и дважды выходил в полуфинал национального чемпионата в легком весе. Уорд отлично держал удар и свободно работал в обеих стойках. Его коронным был сокрушительный левый боковой в область печени. Правой рукой боксер работал мало, всему виной травма правой кисти во время любительских соревнований. Боли в руке беспокоили Уорда на протяжении всей карьеры. Однако в 1985 году 19-летний Микки Уорд дебютировал на профессиональном ринге. Любительский и профессиональный бокс – два разных вида спорта. Я понял это уже в первом бою на профи-ринге. «Мне нравилось отсутствие шлемов», – говорил Микки Уорд. Старший брат завершил спортивную карьеру и полностью занялся тренировками младшего. Микки выиграл первые 14 боев. Коронный в печень создал ему репутацию грозного нокаутера. Всю свою карьеру Уорд выступал в рамках первого полусреднего веса, демонстрируя потрясающую дисциплину. Он всегда укладывался в лимит весовой категории, даже если приходилось выходить на бой на коротком уведомлении. 18 лет карьеры я боксировал в одном дивизионе. Думаю, я доказал всему миру свою дисциплину и преданность этому виду спорта, говорил Микки Уорд. Однако череда побед прервалась поражением Эдвину Куретту. Уорд вернулся, выдав победную серию, и снова вошел в топ-10 мирового рейтинга первого полусреднего веса. Однако карьера пошла на спад. Микки практически перестал использовать в бою свою правую. Рука болела настолько, что боксер не мог даже заснуть по ночам. Его брат и тренер Дики стал злоупотреблять наркотиками и не уделял должного внимания тренировкам Уорда. На все это наложились проблемы в личной жизни, и в конце 1991 года Микки принял решение завершить спортивную карьеру. «Мой рейтинг упал. У меня не было перспектив. Я не мог сжать свою правую руку в кулак. Я был подавлен. Мне нужны были деньги на операцию», – рассказывал Микки. Уорд устроился дорожным рабочим, стал копить деньги на операцию. Старший брат загремел в тюрьму. В 1993 году Уорду сделали сложнейшую операцию на правой руке. Реабилитация заняла около года. В конце этого же года боксер попал в автомобильную аварию и несколько месяцев провел в больнице. «Понимаете, жизнь как зебра. Есть полосы черные, а есть белые. Я знал, что черная полоса рано или поздно подойдет к концу», – вспоминает Микки Уорд. Майкл О'Кифф, бывший полицейский и друг Уорда, уговорил бывшего боксера возобновить тренировки. Майкл был в зале, когда еще старшего брата не посадили, и Уорд вернулся в спортзал. Его правая рука была в порядке. Летом 1994 года Микки Уорд возвращается в большой ринг и одерживает 9 побед подряд. Он получает право на титульный бой против чемпиона по версии IBF Винса Филлипса. Однако сильное рассечение не позволило Микки продолжить бой в третьем раунде. Это поражение – единственное досрочное в карьере боксера по прозвищу «Ирландец». Неудача не сломила Уорда. Он продолжал оставаться на топовом уровне. Микки победил Реджи Грина, Шинири, Эммануэля Гастеса и уступил Забу Джуди, Антонио Диосу и Джесси Джеймсу Лейхе. Бой против Агастеса был признан лучшим боем 2001 года по версии журнала «Ринг». Но это было только начало. Oh,
disagree. Oh, let me just clarify something. The doctor does not have the power to stop the fight. Only the referee does. She can recommend. Obviously, she recommended a stoppage. 18 мая 2002 года Уорд вышел на бой против Артура Гатти. Поединок вошел в историю мирового бокса и стал лучшим боем 2002 года по версии журнала Ring. Девятый раунд стал лучшим раундом 2002 года. Часто его называют раундом столетия. Так началась великая трилогия. О, это была жесткая битва. Два парня просто сделали шоу. Я одержал победу, но был страшно измотан. После боя я смотрел пленку и понял, что мы с Артуром сделали что-то великое, вспоминает Микки Уорд. Уорд и Гатти стали невероятно популярны в Америке. Зрители хотели увидеть реванш двух заклятых соперников в ринге и друзей вне его. 23 ноября 2002 года состоялся второй поединок. Гатти смог взять реванш. Июня 2003 года состоялся третий решающий бой, и вновь Гатти берет верх. Этот поединок был признан лучшим боем 2003 года по версии журнала Ring и стал последним в карьере Микки Уорда. Благодаря невероятной трилогии с Гатти, Микки Уорд заработал около 3 миллионов долларов. На эти деньги он открыл боксерский зал в Лоуэлле. Старший брат вышел из тюрьмы, прошел курс лечения от наркотической зависимости и продолжил работать тренером в новом зале своего брата.